бомбануло. Дай мне болу, хрен тебе. Так давай, девочка, раскручивай. Ну же. Сучок, ни разу не попадет в этот айсберг, блин, чтобы вас сбить. Ай. Давай, 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 давай. Опа. Блин, догоняет ведь, кажется. Что так напрягаешь-то, а? Прыжок! Вот так вот. Ове, вы смотрите Perpetus Play, меня зовут Саша, и сейчас мы будем играть в Never Alone. Это платформер, который мне уже три человека разных незнакомых между собой посоветовали после того, как я прошел успешно «Маленькие кошмары». И мне понравились скрины этой игрушки, поэтому сейчас мы посмотрим, так ли она хороша, как вы мне обещали. Надеюсь, что так. И еще пару слов о ВКонтакте. Да, действительно, страницу хакнули, и это действительно неприятно. И пока хрен дождешься от администрации ответа, судя по всему, пройдет срок заморозки, который заканчивается 18 числа этого месяца, то есть через 4 дня в четверг. А так как вы это видео уже будете смотреть завтра, то, естественно, через 3 дня. Вот. Ну что ж, это еще один повод под видео нажать на колокольчик и подтвердить отправку оповещений, чтобы не пропустить новые видео, которые будут по расписанию, как обычно, выходить по 2 штуки в день. Обязательно. И на это ничто не повлияет. Неприятно? Ну что ж сделаешь? Хер знает. Какие-то умельцы. Молодцы просто. Ладно. Все. Поехали играть. Экскурсы в историю. Это, я так понял, просто ролики, которые постепенно будем открывать. Новые, связанные с историей инуитов. Если вы хотите, то вы пишите в комментарии, мы их посмотрим. Если нет, то я их посмотрю сам. Этот, кстати, прикольный. Первый. Хотя я его не до конца досмотрел. Ладно, играть. Давай-ка. Новая игра. Вернуться куда? Я еще не начинал. Инуиты – это коренные жители Аляски на протяжении тысячи лет, успешно проживающие в одних из самых сложных условий на Земле. Чтобы продолжить. Продолжить. Узнаем об инуитах больше. Я расскажу тебе старинную историю. Я слышал ее от Насрука, когда был еще совсем маленьким. Говорят, что далеко отсюда жила одна девочка. Страшненькая. Вместе со своей семьей. Девочка обожала охотиться. И, повзрослев, уже много чего умела. Ну да, гуся сбила нормально так. А что у них головы все черные? Что, обморозились и померли? Слушай, ну, не слабая девочка, конечно, тянет тюленя. Однажды началась сильная метель. За ней пришла еще одна метель. И еще одна. И накрыла всех. Жители деревни больше не могли охотиться. И им угрожал голод. Но девочка задумалась, что же было причиной такой метели, и решила найти источник метели. Ну, молодец девочка, конечно. Нажмите Tab для просмотра «Резьба на кости». Tab для просмотра «Резьбы на кости». Сейчас нажмем. Ох, метель неплохо так в уши задувает, да? Ну, я в наушниках-то. Метель не ослабевала. И стоило девочке немного пройти, как вдруг, как она столкнулась с реальностью, с реальной опасностью или с чем-то таким. Да ладно. Медведь, ну на тебе. А все, побежали, побежали, девочка, побежали. А ускоришься, нет? А ты шифтовать не умеешь, что ли, девочка? Зря, это зря. Зато прыгать умеешь. Нормально. Опа-па-па-па-па, давай. Че это ты останавливаешься? Оу, а естественно медведь перепрыгнет, естественно. Да-да-да-да-да, Мишка Белый, ну ты чего? Девочка, хватит оглядываться, умрешь же. Ё-моё.
Я думал, уже все, не прыгнул. И амнец. Давай, 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 наворачивай, девочка, наворачивай, ну же, оп, бегом, 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 тучонок такой, ты посмотри на него, ну тут прям с места в карьер, молодцы, мне это нравится. Мы когда-нибудь убежим от этого медведя белого или нет? Он все ломает, лед колет, поджопник дал, ну все, все, девочка. Ты понял? Играть в режиме совместной игры. Если у тебя есть второй контроллер, нажми любую кнопку, чтобы присоединиться в роли писца. Чтобы продолжить в режиме одиночной игры, нажми Q для переключения на писца. Понятно, жаль, что у меня нет контроллера. Не то, что другого вообще нет. И куда мы денем медведя? Ага, медведя надо утопить. Все? Да ладно, это белый медведь, его не утопишь. Ладно, оп, паники. А давай, давай, писец, давай. Нормально. Она бы умерла, если была одна. Подумать только, как ей повезло. Да. Странно, что... Давайте писцом теперь поиграем. Им даже прикольнее, чем девочкой, да? Слушай, прыгает на 3 метра в высоту. Погода все не прояснялась. За одной метелью начиналась другая. Роберт Кливленд. У нас рук. Очень напоминает этого человека-лося, кстати. Но там были совсем не инуиты. Слушайте, ну вот это милаха, писец, просто жесть. Я теперь понимаю, начинаю понимать, почему его советовали. Она никому никогда не говорила о писце. Да никто бы никогда не поверил бы. Это была это был необычный писец. Это был полный, безоговорочный писец. Нажимаю. Ага. Понятно, мы открыли, в общем, новых пару штук. Ну, давай посмотрим про писца. Хорошо, вот. Полярный писец. Как точно изобразили-то его? С детства у моего дедушки был ручной писец. Если подружиться с писцом, он постарается уберечь тебя от беды. Какой белый капец, класс. Он постоянно что-нибудь вытворял. Писцы чем-то смахивают на избалованных детей. Если его выпустить, он начинает резвиться в снегу и высоко подпрыгивать. И сразу было понятно, что он счастлив. Он мог подбежать, подпрыгнуть мне на грудь, сбить с ног и облизать мне лицо. Вот каким я запомнил дедушкиного ручного писца. Вот таким вот. Ну, хорошо, окей. Ничего такого бешеного поучительного, но прикольно. Если хотите, будем продолжать смотреть их, ролики эти. Вы пишите в комментариях. Я вообще не знаю, вроде писали, что игрушка не длинная вообще. Коснитесь. Ага, писцом надо, ну давай. Давай, давай, давай. Молодец, писец может. О! А теперь девочка. Девочка пошла. Девочка поползла, поползла. Нормально, девочка. Молодец. Чемпионка. Слушай, девочка сама прыгает тут не хуже песца. Эй! А что это такое? А как присаживаться? Ага, на контрол, точно. Интересно, поможет или нет? Жопой, жопой вперед ложись. Давай, писец, ты что, не падай. Молодец. Сейчас посмотрим. Сдует или нет, если лягу? Опа! Девочка вообще выход силы делает на раз. Оп! А почему прыжок не работает здесь, а? Это нас сохранило? Давай, давай. Ой-ой-ой-ой, я пригнулся, но отпустил. Нужно было удерживать, да, нужно было удерживать. Девочку сдуло нафиг. И будет продолжать сдувать явно. Давай, давай, давай. Во-во-во-во, все нормально. Так почти не сдувает. Давай, давай, давай. Отлично. Лишь бы не сдуло. Ай! Ложись! Ложись, ложись, все нормально. Девочка поняла, что среди нас живут духи и помощники. Ух ты. Будучи другим, писец показал девочке, как прекрасны эти помощники. Как прекрасно.
Ну, а дальше что? Ой! Слушай, писец, наверное, их... понятно. Ментальная связь духов помощников и писца. Девочка, ну-ка давай. Опача! Слушайте, а вот это очень даже мощно сделали, молодцы. Игрушка, конечно же, не новая. По-моему, 2014 она года. Ну, хороша. Вот так вот, да? Круто. Интересно, если я спрыгну песом, она упадет и разобьется, все? А ну-ка давай про душу посмотрим, про душу это я люблю. У силы есть душа. Да пребудет с тобой сила. Также это слово означает атмосферу. А еще есть слово «нуна», что значит «земля», обозначающее всю землю, луну, солнце и звезды, в общем, все вместе. Это сила. Все это обладает духом. И мы тесно связаны с силой. У силы есть душа. Животные ведут себя точно так же, как ведем себя мы, люди. Я думаю, что именно духи и помощники связывают нас с миром. Например, могут быть духи и помощники в виде птиц, призывающие путь домой, показывающие. Или духи и помощники, решившие показаться в обличии человека вместо обличия животного. И мне кажется, что самое главное, хотя бы трудно... Не единственный правильный взгляд на все нету этого, в общем. Хорошо, я пытаюсь смотреть на эти картинки и, в общем, забываю читать. Да, мы всегда понимали духовность, да? Что существует вокруг нас, духов. Это взаимосвязь между нами и воздухом, которым мы дышим. Океаном, который делает нас своим богатством, дарит нам. Реками, которыми тонем, судя по всему, животными, отдающими нам себя. Со всеми этими прибамбасами. Слушай, а вот, блин, сила, да? Форс. Тот самый, та самая. Джедайская-то, в общем. Не она ли часом это? Не передрал ли Лукас? Мог. Да, тут надо песцом. Тут только песцом. Давай. Не? Подожди секундочку. Хоп. Давай разгоняйся. Ты почти успел. А, отпрыгнуть от стены, хорошо. Давай. И прыжок. Ну, почти. Почти. Опаньки. Давай. Прыжок. Песец, ты чего? Ты меня это, не нервируй. Пожалуйста, во! Тут затяжной прыжок нужен. И что? И что ты сделаешь? Ага. Давай, девочка, давай. Не филонь. Тут, понимаешь, песец тебе делает услугу такую. Вместе девочка и песец избежали тук-нук многих неприятностей. Надо же, не знаю, каким образом. Тихо, я уже знаю этот звук. Но вместе они нашли дорогу домой. Все, побежали. Пока не подуло снова, а то сдует же в море. Хоп-па-па-па-па-па-пам. Давай. Ложись, песец. У песца жопа поднята. Песец, это просто подарок для снайпера, ты понимаешь? Надо жопу прятать, блин. Давай. Все. Чуть не сдуло. Ай! Да как так-то? А ну. Почему ты упала, девочка? Ты что, песец плачет? Ты видишь это? Или нет? Загубил молодуху просто. Да все, ложись. Жопой будет даже лучше. Хотя немножко сдувает. Чуть-чуть, давай. Молодец, все, бегом. Оп. Все. Ложись, говорю. Понимаешь? Да, тут надо. Поаккуратнее с этими ветрами. Все. Давай. И еще раз. Все, падай. Нет? Тут уже не будет ветров? Мы миновали эту точку ветреную. Опача. А ну-ка, писец. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тут нужно... А, тут нужно под ним проскочить. Хорошо. А здесь писец сейчас будет мастерски. Хоп-хоп. Ну ты понял просто? Вообще жесть. А что-то ты не вовремя, это самое, вообще не вовремя засветилось.
Давай-ка еще раз. Чпок. Опа. Во. О. Лихо. Лихо. Девочка, ты сама запрыгнешь, нет? Не запрыгнет, видимо. Это только писец может сам. Нормально, можно и так. Все хорошо. Давай, оп. Классно, слушайте, вот мне нравятся эти фишки с духами. Человека-лося очень напоминает. Он намного позднее был, конечно. Ай! Ёкарный, я успел прыгнуть. Так, 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 ложись, все, ложись. Хорошо. А здесь писец нам явно пригодится. Давай, 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 давай. Опа! Ложись! Чтобы не сдуло тебе жопень. Давай-ка. Не? Оп! Девочка! Девочка, иди сюда, а? Будь добра. Не, нихо. Писец ждет. Ждет, писец ждет. Девочка залезла. Сейчас подует ветер? Не подует. Хорошо. Понятно, надо не торопиться просто, чтобы 10 раз не прыгать. Молодец, девчонка, вообще. Тренированная. У инуитов девчонки, ё-моё, какие. Что, всё сгорело? Чё она плакала? А ну-ка, голос за кадром, объясни-ка мне все это дело. Девочка вернулась в деревню. Но произошло нечто ужасное. Пока девочки не было, там появился ужасный человек. Он что-то искал. И ни перед чем не останавливался, чтобы найти это. Нормально у него сапог или это топор. Деревня была полностью разрушена. Беженцы-переселенцы пошли в неизвестном направлении. Да, девочка, долго ты ходила. Говорят, тогда от каждого порыва ветра рыхлый снег разлетался повсюду. Говорят. Говорят. Девочка не могла поверить своим глазам. Все вокруг было разрушено. Я не могу поверить. От ее племени не осталось и следа. Что же это могло быть? Что? Не может быть, что все только из-за метели. Так, аист. Посреди горящих чего-то там появились огромные духи Гагары. А, это Гагара. Сочувствующие лишением девочки. Сет, ты не хочешь запрыгивать, да? Спасибо, Гагара, блин. Что это за человек такой был? Но Гагары были не единственными прибывшими. Домовой какой-то появился. Кузя, ты куда пошел? Странные маленькие человечки появились из-под земли. Чтобы покопаться в руинах деревни. Ай-яй-яй-яй! Нифига, то вперед, то назад. А, ну понятно, понятно. Это, наверное, песом надо? Опа-па-па-па, побежали, оп! Девочка, а ты как бы не это самое, не смогла, прикинь. Давай я тобой сейчас. Я справлюсь, ладно, прыжок. Нет, надо с разбегу, естественно, надо с разбега. Оно сначала дует вперед, а теперь назад. Побежали, давай. Оп, давай, ох. Вынесло-то как, а? Ничего себе, девчонка, тебе тут доводится испытывать лишения и трудности. Ага. Подожди, ты можешь сюда запрыгнуть? Давай, 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 давай. Опа! Еще раз. Прыжок. Оп! Круто. Круто. Если бы не писец, девочке вообще был бы писец. Ну, все понятно, да? Быстрее, Гагара, быстрее. А вдруг мы догоним еще нашу братву?
Подойди сюда, внучка. Сказал человек-сова. О, гоблин. Человек-сова, откуда он меня знает? Подумала девочка. Потому что я охраняю тебя. Если бы у меня был мой барабан, я мог бы помочь тебе найти того, кто разрушил твою деревню. Ладно, найдем тебе барабан. Не переживай, дедуля. Биение сердца общины. Так. Так, писец, давай. Нет, не можешь, да? Не можешь. Хопа! Давай. Оп, молодец. Все. Давай, писец. Е-е-е-е-е-е. Красавчик, вообще. Девочка поползла. Писец, ты не падай. Ясно. Сейчас сиганем. Давай. О-о-о, прыжок! Главное не разбиться. Что это за маленькие чучела такие, а? Да. Маленькие человечки. Вот, как раз сейчас посмотрим, что за маленькие человечки. А ну-ка. Маленькие человечки, little people. Они такие же, как и все остальные люди, только очень маленькие и невероятно сильные. Эти истории рассказывают по всей Аляске. Обычно рост у этих людей равен расстоянию от локтя до чего-то там, но сила у них нечеловеческая. Хоть они и крохотные, но могут в одиночку что-то там сделать. Если отправиться на север и поговорить с разными людьми, найдутся те, кто скажет, что видел этих маленьких людей. В доме у них есть место, о котором мы знаем, но предпочитаем не рассказывать. Они не похожи на бугимена, но они могут означать, однозначно злиться и помогать. И время от времени нам случается увидеть их. Особенно, если они хотят, чтобы их увидели. И о них рассказывают по всей Аляске неспроста. И говорят, что... Да что ты так быстро говоришь? Ты самая быстрая говорунья, блин! Ну, все поняли, да? Ну, ясно, хорошо. А это надо толкать как-то? Нет? Чтобы схватить и передвинуть, я нажми. Нажми я. И нельзя? Я не могу? Почему? Может, отсюда? Ну, давай. Она вроде хватается, но... Ни хера она не хватает. Вообще-то надо сюда ее передвинуть. Вообще-то надо. О, теперь ты схватилась. А раньше что, нельзя было? Писец, ну ты наглый вообще, ты посмотри, двумя руками пришлось тащить, то одной справлялась. Ха, блин. Так, писец, давай. Давай, пополз, молодец. Сбрасывай веревку мне. Красавец. Девочка, оп, пошла. Прелесть, слушай. Убьешься, нет? А могла ее... Куда? Их игра была на барабане. Как это ты попал туда, а, девочка? Как ты смогла? Я поспешил, да? Давай. Писец. Ну вот, ты посмотри, как ей приходится напрягаться. Спина сейчас заболит. А он едет, ему все пофигу. Ага, у нас здесь уже веревка спущена. Ну, отлично. Значит, писец сам. Писец. Справится он? Ага, хрен он справится без нашей помощи. Так, подожди секунду. Во, давай-ка. Оп, писец, ты что, по веревке ты не можешь? Давай. Вот. Все нормально. Давайте камеру мне сюда. Мы тогда случайно здесь упали вниз, понятно. Их игра на барабане была прервана девочкой. Отдали барабан. Слышите вы, черные человечки. И оно вышло посмотреть, кто там так шумит. Опа! Сейчас нам будет весело здесь. Ай, давай, девочка, давай, оп! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
Не, все в порядке. А я понял, я понял. Ты здесь стоишь, а ты... Это было прям неожиданно. Камнем убили. Козлы. Давай, кидай. Оп, не ту... Ясно, все ясно, все ясно. Надо подождать, покуда он швырнет и свалить. Давай, бросай. О-о-о! Еще? Давай еще. Ага. Давай, 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 давай. О-о-о! Еще один? Не, наверное, будет уже перебор. Прыжок! Песец, спасайся. Офигеть. Отдали барабан, твари. Все. Девочка перехитрила маленьких человечков. Да. Куда нам теперь? Ага, и нашла барабан человека-совы. Толкай, 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 толкай. Запрыгнет ли песец здесь? Ну-ка, давай, постараешься. Давай, давай. Вот от этой стенки, вот сюда теперь. Молодец. Вот, давай. Да, девчонка, а тебе надо толкать. А тебе толкать, давай. А иначе она не запрыгнет. Ну, тут не сложные эти загадки. Загадки. Загадками сложно назвать вообще. Но интересные примочки. Девочка вернулась вместе с барабаном. Он был так счастлив. И так горд девочкой. Дух-защитник, блин. Смерти подверг смертельной опасности. У него было для нее, был для нее ответственный подарок. Человек-сова сказал: «Я сохранил это для тебя». Так что это за светящиеся яйца? О, понятно, накурился уже, да? Невидимо, девочка ему не только барабан принесла. Бола. Что такое бола? А ну-ка. Калиуталиниум делают из плетенных жил, привязанных к тяжелой кости. Ее можно раскрутить и бросить. В моем случае мы так и делаем, в общем. Иногда во время охоты на китов. Серьезно? Поднимаются утки, и была очень хорошая, хорошо поохотиться. Когда охотишься на кита, нельзя поднимать много шума, поэтому, чтобы сбить утку, нельзя стрелять из ружья. Да. Знаешь, это очень важно. Бола – очень удобное оружие для охоты на уток. Интересная тема. Утка летит, ты бросаешь болу, она опутывает птицу и падает. Блин, это надо быть еще мастером, чтобы попасть этой болой по утке. Хорошо, а теперь куда мне? Туда нельзя? Или песец не пускает? Можно. Давай тобой, песец. И все поломалось. И нас унесло. Хорошо, побежали, писец, побежали, побежали. Девочка, побежали, писец. Дань Бола целься. Девочка, а ну-ка целься. Рукой ты целишься, да? Здорово. А Болу подбирать надо или нет? Писец, так, а ну-ка. Можно и без песца было. Я не понял, только Болу надо подбирать? Не, не надо. Улетела хрен куда. Ладно, писец, пошли. Ну ты гонишь, ты чего? Что такое? Эй! Ладно, давай так. Давай тяжелым способом. Давай. Оп! Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Во! Хорошо, все. Странно, что писец иногда так подставляет. А ты сможешь это вынести болой? Крепкие камни, слушай. Ничего так. А валит все еще сильнее. О-ху-ху. Чуть не сдуло, слушай. Это была жесть.
Как близко? Еще раз дунет? Да, конечно, дунет. Лежать, лежать, девочка. Давай, раскручивайся. Чпоньк. Быстренько. Когда двое продолжили свое путешествие, девочка использовала подарок человека-совы. Раньше надо было сказать. Я опоздал немножко. Прыжок. Да, это было очень самонадеянно, я признаю. Да. Ложись, ложись же. Сдует ведь. Надо было пульнуть тут, да? Ну-ка, на-ка. Хоп! И мы вызвали духа, да? Давай. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас же сдует. Давай, писец, давай. Ложись, ложись, писец, ложись. Я же тебе сказал, ты чё? Чё ты делаешь, а? Твою мать, писец, ты подставил нашу команду. Как же ты мог? Мне тебя жалко, но... Ну так же нельзя. Писец, держись, ты что? Держись. Тихо, давай. Ага. Ну-ну-ну, я почти попал. Почти не считается. В этой игре тем более. Давай. Опа, все, ложись. Да. Писец, ну-ка, не подставляй меня. Давай, побежали, быстренько, писец. Быстрее, ускоряемся, ну же. Вот, теперь легли. Жопу ниже, писец. Нельзя так делать. Так, а, нет, вниз. Вниз. И зачем вниз? Это за тобой пойдет, что ли? Штуковина эта. О-о-о. Мощно. Это было мощно, писец. Давай-ка. Оу! Сюда, да? Сейчас мы сделаем все. Эй, ну ты чё это? Вот. Главное, писцу жопу не отстрелить. Ага. А девочка запрыгнет, молодец. Справилась. А писец пополз что-то вниз. Чё он вниз пополз, непонятно. Хопа! Слишком высоко порой прыгаешь, писец. Надо как-то умеривать силу. А что это такое вообще? Ай! Нет, показалось. Это ветер юморнул. Не. Угу. Мимо. Сколько камней у тебя есть, а, девочка? Да что такое? Не в ту сторону. Понимаешь, не в ту сторону. Ну-ка, стой. Давай. Чего ты так высоко целишься, а? Во. Не дает запрыгнуть, понимаешь? Все, ждем. Писец, а что ты не это самое? Ладно, будем вас по одному переправлять. Давай теперь, писец. Очередь писца, давай. Да, и... Прыжок, писец, давай, молодец. Справился таки. И куда мы добежали? Мы... А на околице деревни парочка наткнулась на ужасного человека. Да уж, страшный он действительно. У него зубы даже нижние через этот самый проросли. Он приказал ей остановиться. А чё она послушался? Он был сильнее, чем он думал. Понятно, здесь уже включилась игра, я все смотрю мультик. Картинку нихера! Ага. Давай. Давай! Писца убил. При виде боли его гнев лишь усилился. Сучонок, а. Побежали. Да. А чё он нам не расхерачил эту хрень? Писец, давай. Бегом! Болы. Именно ее он и искал. Понятно, это какая-то специальная бола. Он ее ищет. Давай. Оп, отлично, молодец. Пошли, девочка. Ну ничего себе, тот белого медведя, тут этого человека конченого. Побежали. Ты чё? Нет остановкам. Сейчас пульнет опять. Коктейлем Молотова, смотри. Так, девочка, давай. Опа, молодец, побежали. Бам. Сучок преследует, как качественный.
Ага, тут он нас не догонит? Или догонит? Догонит, блин, догонит, тварь! Оу! Бомбанул. Дай мне болу, хрен тебе! Так давай, девочка, раскручивай. Ну же! Сучок, ни разу не попадет в этот айсберг, блин, чтобы вас бить. Ай! Давай, 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 давай! Опа! Блин, догоняет ведь, кажется. Что так напрягаешь-то, а? Прыжок! Ну да, теперь вы на льдине будете, да? Чудом сбежав, это точно. Два друга оказались в еще большей беде. Потом все ненадолго успокоилось, но вскоре снова подул ветер. Разглядеть что-нибудь во время метели было очень сложно. Два дня они дрейфовали на льдине. Давай грейтесь, блин. В обнимку с песцом надо. Очнись, девочка. Тут, понимаешь, приплыли. На мели. На мели или на мели. Ну что ж, ребята, вот здесь, я думаю, мы прервем эту серию. Игрушка однозначно качественная, и действительно не зря вы мне ее советовали, так что большое спасибо вам за это. Пока не достигли, наконец, тяжелого берега. В общем, как я и говорю, мы продолжать будем в следующей серии. Еще раз повторюсь, несмотря на то, что ВК пока что страница недоступна, видео будут выходить по расписанию, все будет окей, тут без изменений. И нажмите на колокольчик, если еще не нажали, чтобы не пропустить новые видео. На колокольчик возле кнопочки подписаться прямо под видео. Вот, ну что же, а на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями этим видео, если оно вам понравилось. И бабай!